Поехали! Всем привет, с вами Мария Тома, и ты на моем канале. Саша, расскажи всем привет. Привет. А сегодня мы будем распаковывать тяжелую посылочку. Смотрите, какая посылочка. Но сначала, если ты не подписан на мой канал, как это вообще возможно, то скорее подписывайся, ставь лайк и продолжай. Я не хочу далеко ходить, поэтому распаковка ножницами для обрезания кутикулы. Давай, отрезайся. Давай. О, ура, со второй стороны. Все. И открываем. О, я уже знаю, что там. А вы еще нет, сейчас буду показывать. Косметосик. Сначала бумага. Бумага и... бумага! И еще бумага, О, пупырка. А что в пупырках? Сейчас посмотрим. Нужны снова ножницы. Распаковываем. Пупырка! Так, на потом. Тут пилинг для лица. Сейчас покажу, чтобы было видно. Откроем. Вкусно пахнет. О, тут написано, что это эко-продукт. Значит, полезненько. Открываем. Куда улетела? Вот, вторая баночка. Это сыворотка с аминокислотами. Вот такая вот сыворотка. Пахнет, я бы сказала, бананом. Я бы сказала... Знаешь, такие мини-бананчики есть, которые в шоколаде еще. Вот по мне этим пахнет. О! Пенка для умывания. С экстрактами ромашки и мачехи. Гидрофильное масло, смотрите, боже мой. Многие не знают, что такое гидрофильное масло. На самом деле, это просто бомба. Я только недавно узнала, что вообще оно существует. Оказывается, макияж смывают не мицелляркой, а вот этим. Этим оно смывается буквально за 5 секунд. Нанесла, помассировала, полминуты подержала. Оно само все сошло, и тереть не надо, ничего не надо. Сосной пахнет. Мицеллярочка тоже очень прикольно очищает, особенно вместе с гидрофильным маслом. Просто вместе они... Ну, примерно вот так. Кстати, заметили, коробочка маленькая, а я все вытаскиваю, не кончается. Просто это магия какая-то. Тоник для лица с аминокислотами. Вот такой вот. Нюхаем. Просто бомбический аромат. Я вот заметила вот у этой линейки. Просто... И последнее. Опа! Крем-флюид для лица с лифтинг-эффектом, чтобы стать молодой в свои 20 лет. Все, закончилось. Вся посылочка закончилась. Многие меня спрашивали, Маша, вот это вот все на одно твое маленькое личико? Да, это все для одного лица. Те, кто на меня подписан, заметили, как лицо изменилось, когда я за ним не ухаживала. И как оно изменилось, когда я стала ухаживать за ним вот этим всем. Посмотрите, если не верите. Итак, что зачем нужно наносить? Сейчас я вам покажу, и вы будете знать, как правильно ухаживать за своим прекрасным личиком, чтобы оно стало еще более прекрасным. Таким, как, например, у меня. Да, есть два ухода. Один вечерний, другой утренний. А теперь давай все это протестируем, так что переходим в ванну. Утренний уход. Берем пенку для умывания. Также можно использовать гель или же молочко. То, что ты любишь, я обожаю пенку. Потому что не лень взбивать гель. Пшикаем на личико. А, пахнет вкусно. Растираем. Вах, хорошо. Смываем. Берем тоник для лица. Или же лосьон. В общем, дочистить кожу. На ватный диск. Протираем лицо. После тоника наносим маску. Я это пропускаю. Мне просто лень сидеть с маской, особенно утром. Лепим патч, чтобы казалось, что мы высыпаемся. Затем нужно наносить пилинг. Я его еще ни разу не наносила. Взяла попробовать. Так что я еще не знаю, как это работает, но будем пробовать. Открываем. Вот. На личико. Давай. Запах потрясающий. Фрукт. Это какой-то фрукт. Массажными движениями распределяем по личику. Ждем 5-10 минут. Отлепляем патчи. Выбрасываем. Смыли. Наносим сыворотку. Мне кожа просто... Ах, как попка младенца.
Жвачкой, вы знаете, такой розовый, на которой акула нарисована. Не знаю, как называется, вот ей она пахнет. Ждем, пока высохнет. И только после сыворотки крем-флюид для лица. Размазываем. Прекрасное свежее личико без макияжа готово. Идеально, чтобы сидеть на карантине. Раньше я пользовалась сначала умывашкой, потом кремиком. Все. Теперь вот такой вот наборчик. И результат, так сказать, налицо. А сейчас я покажу вечерний уход, только тихо, потому что сейчас 3 ночи, и я не хочу никого разбудить. Вечерний уход отличается тем, что нам нужно снять еще как минимум макияж. Или же, если ты не делаешь макияж, то убрать уличную грязь с лица. Да, во время карантина уличная грязь это очень, кстати, актуально, ну да ладно. Берем мицеллярочку, ватный диск, смачиваем. Смываем макияж. Хоп-хоп-хоп, как быстро я себе все снимаю. Выбрасываем. Вечером просто идеальное гидрофильное масло. Ну, можно, в принципе, брать пенку для умывания, гель для умывания, гидрофильное масло. Оно досмывает весь твой макияж и нет ощущения стянутости. Так что это находочка. Сухими руками на сухое лицо. И сейчас так капельки капают, кап-кап. И вот я уже натираю свое личико. О, а вот я зомби. А, как я смешно пошутила. А теперь берем и смываем все это водой. При контакте с водой гидрофильное масло превращается в молочко. Может, уже видно, что оно такое беленькое, и оно легко смывается. Я решила продолжить очищение пенкой для умывания. А вот я уже растираю пенку по лицу. Ах, какая красивая. Берем тоник. Ватный диск. Открываем. Наносим. Протираем лицо. А вот прежде ведь не надо. Убрала руки, я все вижу. Сыворотка с аминокислотами. А вот я выдавливаю. Ой, неожиданно. Массирую личико, открываю кремик. Ой, что-то пошло не так. А вот мне типа смешно. А вот я такая выдавливаю крем, тык-тык-тык, он что-то не хочет идти, ты что вообще, не поняла? Давай еще попробуй. О, все хорошо, да. А вот я кайфую от кремика, да, и все, я пошла спатеньки. Всем пока, целую всех. Такой уход будет идеален для вашей кожи, и она скажет вам спасибо. Теперь ты знаешь больше об уходе за своей кожей утром и вечером. А с вами была Мария Тома. Подпишись на мой аккаунт, если ты до сих пор не подписался. Поставь лайк и до новых встреч. Муа! Люблю вас. Кстати, лайфхак для тех, кто не знает, чем заняться им на карантине у себя дома. Вот так вот утром встал, лицо намазал всем этим. Все, день прошел, снова мазать перед сном. Вот, не благодарите, ребята. А пока я домазываю свое лицо, все-таки поставь лайк и подпишись, чтобы не было скучно на карантине.